Всем привет, всем здравствуйте. Уже несколько дней донимает меня вот этот неприятный скрип. Не знаю, было слышно или нет. Ну, в общем, скрип есть. Шкворни смазываются регулярно. Резьбовые втулки, соответственно, тоже. Есть подозрение, что вот эти вот пальцы рулевого могут быть, ну, скажем так, не в очень нормальном состоянии. Ну, вот сейчас буду заниматься, буду разбирать, смотреть, потому что еще появился такой легкий стук в ходовой. Хотя тут, по сути, тут греметь-то нечему. На данном этапе мне потребуется набор инструмента, домкрат, ну и снять колесо, чем сейчас и займусь. Сняв колесо, обратил внимание на то, что если подергать тягу, появляется стук. Даже видно, где он. Вот в этом шарнире. Вот в этом. Не могу его так нормально снять на видео. И есть небольшой люфт. Вот сейчас посмотрю и покажу, что я вообще в таких ситуациях делаю. Вот даже если так ее туда-сюда покрутить. И, кстати, похоже, таки скрип идет отсюда. Снимаешь тягу, разбираешь шарниры, вычищаешь там вот все, промываешь, пальцы, сухари и пружинки тоже моешь. Вынимаешь все это и выбрасываешь. Чистишь посадочные места в тяге и устанавливаешь новые пальцы. Кое-что еще хочу показать. Вот я уже поставил на место палец. Сейчас его надо расшплинтовать и выкрутить вот эту. В общем, надо выкрутить. Там все внутри сухо, поэтому пальцы долго ходить не будут. Раскручиваю туда обязательно какую-нибудь пластичную смазку, чтобы ее надолго хватило, и собираю обратно. Вот, я сейчас разобрал, раскрутил. Прошу обратить внимание, здесь все сухо, ни грамма смазочки. Для смазки шарниров я использую такую пластичную смазку. Если шарнир будет сухой, как вы понимаете, долго он не проходит. Поэтому очень рекомендую разобрать, смазать и обратно собрать. Шарниры установлены и смазаны. Теперь не забываем одеть пыльник. И можно ставить, собирать.